Официально заявляю, что жизнь прекрасна. Эй, что ты делаешь? А что, что-то не так? Перестань выбрасывать мусор в мой домик. Это же не урна. А по-моему, это именно она. Как все начиналось? Наконец-то я в колледже. У меня такая крутая комната. Именно так я ее себе и представляла. Все такое милое, просто прелесть. Интересно, какой будет моя соседка? Может, она любит учиться? А может быть, она обожает спорт? А вот и она. Это что за дыра? Кажется, Джейн совсем не похожа на те образы, которые были у Люси в голове. Это шутка, наверное. Они действительно предлагают мне здесь жить? Кошмар какой-то. Вау, ты такая богатая. Вау, ты такая бедная. Когда же я уже уволюсь? Вики. Да, босс, уже иду. Хорошо, хоть она платит много. И да, лучшими подружками нам не быть. Вики, у нас много работы. Ничего себе, она настолько богата, что у нее даже есть личная помощница. Теперь мне грустно. Какие-то пожелания, мисс? Ты же знаешь, мое настроение могут поднять только новые украшения. Одну минуту, подержи. Не очень-то вежливо. Я взяла вам новое колье. Неплохой выбор. Мои любимые изумруды и сапфиры. Эй, не отрывается. Какая красота! Я бы так хотела быть похожа на нее. Но у меня совсем нет денег на такие украшения. Ничего, я сама сделаю. Все, что мне нужно, это картон, маркеры красивых цветов и симпатичная веревочка. Вики, сделай что-нибудь. Вот такая. Я хочу его надеть. Готово. И даже не пришлось ничего тратить. У меня тоже есть прекрасное колье. Какой ужас! Вики, здесь все нужно переделать. Я вас поняла. Мисс Джейн, проект готов. Все ваши предпочтения в интерьере учтены. Я бы хотела лично выбрать цвета. Конечно, пойдемте со мной. Интересно, что там? Ого! Я тоже такое хочу. И сделаю. Итак, я готова. Пора приступать. Для начала нужно поднять кровать. Какая-то она слишком тяжелая. Нет, мне самой точно не справиться. Да-да, я заплачу сколько угодно. Вот, сделайте все именно так. В общем, разберетесь как-нибудь. Хм, Кимот Интерекс. Звучит необычно. Ну, попробуем. Мисс, отойдите в сторону, пожалуйста. Подержите ее так минутку, я сейчас вернусь. Такс, и что дальше? Я принесла рейки, нужно их быстренько закрепить. Шуруповерт в этом деле лучший помощник. Готово, выглядит отлично. Согласен. Принимайте работу, мисс. Это не та кровать. Ну почему? Если хочешь сделать что-то хорошо, то нужно обязательно все делать самой. Вы уволены. Вики, сюда. Я вас слушаю, босс. Твой рабочий все перепутал. Теперь придется все делать самой. Самой это значит мне. Кто бы сомневался. Ладно, поехали. Деревянные рейки точно не подойдут для секретного домика богачки Джейн. Поэтому Вики заказала специальный каркас. Парочку несложных движений, и основа для домика готова. Прекрасно. Что там у нас дальше? Ах, начало положено. Теперь мне нужны стены. Но из чего же их сделать? Ой! Еще пару лет работы на мисс Джейн, и я смогу проводить мастер-классы для любой профессии. Фух, как же я устала. Хотите водички? Еще бы. Спасибо. Хочу новое селфи. Что здесь с освещением? Получается ужасно. Вики, ты мне нужна. Ну что опять? Только не это. Ой-ой. Эта штука и правда тяжелая. Да, мисс. Сделать фото? Угу. Тогда позируйте. Все, достаточно. Вот это хорошее. Спасибо, сама разберусь. Вот бы она была добрее. Это что за картонный кошмар? А внутри что? Это правда твои стены для домика? Это же просто хлам. Ну, из люка она. Хотя чему я удивляюсь? Какой бюджет, такие и стены. Мисс, что? Это для ваших стен. Сделай, чтобы было дорого. Бла-бла-бла. Да уж, повезло Вики с начальницей. Выбора нет. Придется сделать так, чтобы стены для Джейн выглядели роскошно. Для этого потребуется эксклюзивная краска и молдинг для стен. Сойдет. А у тебя вообще стен нет, бедняжка. А ведь она права. Хм, как же ей помочь? Есть идея. Люси, используй это. Зачем? Точно! Это же идеальный материал для стен моего домика. Нужен всего лишь канцелярский нож и степлер. И вуаля, у моего домика теперь тоже есть стены. Но все еще чего-то не хватает.
Знаю, нужны шторы. Знаю, мне нужны шторы. Мои идеи по-настоящему гениальны. Она это серьезно? Эй, вообще-то это я сказала. Как не стыдно. Пока Джейн присваивает чужие идеи, займемся моими шторами. В кладовое общежитие я нашла старый рулон бумаги. Она для этого как раз идеально подошла. По-моему, выглядит замечательно. Какое же убогое зрелище! Разве это шторы? Вики, вот это шторы из золотой и серебряной ткани. Тебе о таких только мечтать. Разве это шторы? Бе-бе-бе. Бе-бе-бе. Но мне правда интересно, как ты их сделаешь. На самом деле ничего сложного, так что с удовольствием покажу. Берем золотую ткань и крепим ее булавками к перекладине, делая небольшие загибы. Теперь подвяжем ее с помощью декоративного каната. Есть! Красиво! Наконец-то смогу перекусить. Почему внутри до сих пор пусто? Вики, исправь это! Даже поесть не даст. Ладно, работа есть работа. А вот и основа для пола. Конечно же, золотая, иначе и быть не может. Покрытие почти готово. Остался только последний штрих. Усыпаем ковер купюрами и распределяем их по поверхности. Теперь пора заняться меблированием домика. Вики привыкла работать на свою богатую леди-босс. Но все же иногда приказы избалованной Джейн очень изнуряют. Да уж, чтобы работать личным ассистентом такой требовательной мисс, нужно иметь хорошую физическую подготовку. Может, ей одной хватит? Да ну, нет, конечно. Создаем уют с помощью дорогого декора. Мини-холодильник установлен. Джейн будет довольна этими золотыми статуэтками. Мисс Джейн, я как раз заканчиваю обставлять ваш домик. Вот и хорошо. Ха, смотри и завидуй. Он будет идеальный. Хм, такие вещи мне не по карману. Ну и пусть. Вовсе не обязательно, чтобы все было из золота. Мой домик будет ничем не хуже. Пол из картона готов. Холодильник тоже. И, кстати, все не только дешево, но еще и экологично. Неплохо, правда? Отлично! Что? Вики, ну-ка живо перестань! Я просто ее поддержала. Как скажете. Я хочу, чтобы все здесь сверкало. Хочу огонечки. Точно, освещение. Будут вам огонечки. Ну, давай же, гори. О, нет. Ну, как успехи? Все сверкает, как вы и просили. Ты что, смеешься надо мной? Нет, этого недостаточно. Придумай что-то более оригинальное. Всего-то ей мало. Теперь достаточно? Да, выглядит просто чудесно. А мусор должен быть там, где ему и место. Ай, это уже слишком. Что ты себе позволяешь, а? Она совсем не реагирует. А вообще, я же смогу это использовать. Сделаю из картона и оставшихся светодиодов панно с видом на ночной город. Ах, как красиво получилось. Очень красиво. Что? Я говорю, красивый у вас домик, мисс Джейн. Не так ли? Да, так и есть. У меня еще остался картон. А значит, я могу сделать небольшой сад. Как же это мило. Как так? Люси строит сад, а я нет? Вики, чтобы через 10 минут возле моего домика красовался шикарный палисадник. Теперь еще и сад. Газон есть, изгородь на месте. Но чего-то здесь не хватает. Знаю, нужен шезлонг и цветы. Ну как вам, босс? Сейчас проверю. Да, неплохо. Я добавила живые цветы в горшках, чтобы они очищали воздух. Ты хорошо поработала. Свободно. Официально заявляю, что жизнь прекрасна. Эй, что ты делаешь? А что, что-то не так? Перестань выбрасывать мусор в мой домик. Это же не урна. А по-моему, это именно она. День был очень насыщенный. Пора отдохнуть. Не понимаю, почему она так со мной поступает? Неужели ей не стыдно? Эй, Люси, не грусти. Давай я тебе помогу. Спасибо, Вики. Я же смогу использовать этот мешок как пуфик. Нет-нет, не надо. Хм, куда это она? Ух ты! Вот, это тебе небольшой подарок от меня. Два новеньких пуфа. Они замечательные. А это лучше выбросить. Спасибо, ты такая добрая. Растений не хватает, как думаешь? Ты права, сейчас исправим. Так-то лучше. Идеально. Ах так? Ничего, это еще не конец. Вот так. Теперь еще и коврик есть. Вау! Смотри, Вики, мой умывальник работает. Надо же, это очень круто. Умывальник? Вики, хочу ванну.
Вам не кажется, что это будет уже перебор? Ничего подобного. Она прекрасно впишется в интерьер. Я вас предупреждала. Ну что ж, ванна значит ванна. Итак, поехали. Ух, она тяжелее, чем я думала. Ну же, да, давай, вперед. Еще немного. Ну вот, мисс Джейн, в дверь она не пролезет, она застряла. Значит, убери ее. Я же говорила, что это плохая идея. Да она просто издевается надо мной. Это один из самых трудных дней за всю мою карьеру. Вики, я нашла идеальный вариант. Это джакузи. Вы серьезно? Вот, хочу такое. Сделай. Уберите свои деньги. В смысле? С меня хватит. Я увольняюсь. Но, Вики, я буду платить тебе больше. Мне все равно. Угощайся, Вики. Спасибо. Ха, я сделаю свой секретный домик еще круче. Если хочешь что-то сделать хорошо, сделай это сам. Ну и ладно. Мне никто не нужен. Я и сама справлюсь. Это не может быть так уж сложно. Спасибо, что приютила. Ой-ой, что это за звуки? Что происходит? Кажется, что-то рушится. О, нет, я все испортила. Теперь мне негде жить. Я все поняла. Простите меня, я больше так не буду. Можно к вам? Пожалуйста. Ничего себе. Даже не знаю. Друзья, как вы думаете, Джейн правда изменилась? Пишите в комментариях, стоит ли нам пускать ее в свой домик? Простите меня, пожалуйста.